На конкурс дети читают стихи Супрун Полина, 7 лет. Белгородская область, поселок Кровеньки, Зеленевская, сюрприз. Игрушки для елки мы делали сами, и Деда Мороза с большими усами, и кружку Снегурочку в шубке богатой. И все это в тайне от младшего брата. Он в комнате рядом, на мягкой кроватке, улегся удобно и спит себе сладко. А мы потихоньку решили сегодня ему приготовить сюрприз новогодний. Чего только нету на елочке нашей, вот клоун веселый со свинками пляшет, вот дождь золотистый по веткам струится, тут зайчик пушистый, а рядом жар птица. Осталось подвесить на веточке колкость лишь красненький шарик и убранная елка. Вдруг голос братишки из комнаты слышен, а красненький шарик повесьте повыше.